Это трихинеллез, и это живые черви в ноге у человека. Вызывается такая паразитарная инфекция круглыми червями Trichinella spiralis. Содержатся такие паразиты в недоваренном или сыром мясе, особенно свинине, мясе медведя и моржа. После употребления мяса, зараженной трихинеллой, человек может заразиться этим паразитом. Симптомы трихинеллеза могут варьировать от легкой до тяжелой степени и могут включать диарею, боли в животе, лихорадку, усталость, мышечные боли и слабость, а также отеки лица. Когда личинка мигрирует в мышцы, он может вызывать мышечную боль и скованность. Мышцы могут опухнуть, что может затруднить движение.